Сборничные оценки канала «Жизнь хомяка», «Life Sister», «Мисс Куки», «Даша» и «Хомки». Сначала мы оценим канал «Жизнь хомяка». У нее есть хорошая аватарка и шапка канала. Это большой плюс. И на нее я, кстати, подписана. У нее видео есть, обложки имеются. И видео у нее очень много. Обложки очень миленькие и красивенькие. Мне нравится, как она снимает. И за просторонние звуки. Плейлисты у нее есть. Это очень хорошо. Тоже плюс. Каналы у нее открыты. О канале очень много написано. Но зато можно много чего понять. У тебя канал классный. Мне нравится, как ты снимаешь. Желаю тебе развития. Давайте посмотрим одно видео. У нее есть заставочка. Очень хороший звук, но вы это не слышите, потому что с записи к экраном это вам передать невозможно. Очень хорошие видео, некоторые со звуком, некоторые с озвучкой. Очень хорошие звуки. Желаю тебе развития на канале. У тебя было много-много фанатов и подписчиков. Канал Life Sisters. У нас имеется шапочка канала. Это очень хорошо. Мне нравится ее шапка канала очень сильно. Потому что она такая, из пастельных разных палитр. Не знаю, в общем. Ладно. Аватарка у нее имеется. Мне она тоже нравится. Обложки у нее качественные. Плейлисты тоже есть. Сообщества у нее открыты. Каналы тоже открыты. О канале. Тут тоже достаточно коротко, достаточно много тоже. В общем, как-то так. Желаю тебе развития на канале. В общем, это все, что я хочу тебе сказать. Смотрела, давайте я вам тоже его покажу. Кстати, я забыла об этом, поэтому решила снять еще один кусочек. Влог «Мой день», давайте этот посмотрим. У него достаточно качественно. У нее есть собачка, она очень милая, она мне очень сильно нравится, на самом деле. У нее звук имеется, озвучка тоже, озвучка очень хорошая, качественная. В общем, да. У нас канал Мисс Куки, надеюсь, что я правильно прочитала. У нее очень красивая шапочка канала, мне очень сильно нравится, такая светленькая, классненькая. У нее есть миленькая аватарочка с печенюшечкой, шоколадом. Видео есть, обложки хорошенькие, качественные, плейлисты имеются, каналы у нее закрыты, о канале достаточно коротко и ясненько. Дальше давайте посмотрим видео. Извините за посторонние звуки. Подарок на День Святого Валентина. Она тут, только песенками, без озвучки. Это тоже неплохо. Она пишет тут вот. Я поставила ей лайк и на нее подписалась. Мне очень нравится, как она снимает. Очень хорошая песенка она вставила. Желаю тебе развития на канале. У тебя очень хороший канал. Мне он очень сильно понравился. У нас канал Даша и Хомки. Я на нее тоже подписана. У нее имеется шапка профиля. Название тоже хорошее, мне нравится. Я об этом вот других не говорила. В общем, у нее есть аватарочка миленькая. Обложки на видео имеются. На некоторых есть, на некоторых нет. У меня тоже так же, поэтому это абсолютно нормально, я считаю. Плейлисты имеются тоже. Каналы у нее закрыты. О канале тут написано все очень коротко и ясно. Желаю тебе развития на канале. Мне нравится, как ты снимаешь.